19 мая Казанский федеральный университет посетили представители турецкой делегации. В общежитие деревни Универсиады прибыл генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан. Продолжая традицию университета с раздачей продуктовых наборов иностранным и иногородним студентам, оставшимся в общежитиях на время самоизоляции, консул решил тоже поддержать студент. Своим соотечественникам, студентам-туркам, консул в качестве поддержки привез продуктовые наборы и медицинские маски. В наборах студенты могут найти крупы, сладости, фрукты, молоко, чай и средства индивидуальной защиты. Как отметил консул, такой подарок поможет студентам сосредоточиться больше на учебе и на грядущих экзаменах, минуя походы в магазин и выходы на улицу. Вы уже знаете, что около 100 студентов из Турции обучаются в КФУ, и порядка 80 сегодня находятся здесь. Из-за того, что вирус ограничивает студентов и все население в целом, мы решили обеспечить их продуктами, чтобы лишний раз не выпускать их за пределы деревни Универсиады. Также сейчас для студентов достаточно тяжелое время. Они готовятся к сессии, поэтому мы решили оказать им такую поддержку. Мы посчитали, что самым правильным было оказать продовольственную помощь студентам. Со стороны университета приветствовал делегацию проректор по внешним связям Тимирхан Альшев. Он отметил, что в данный момент в университете получают знания порядка 100 турецких студентов. Сегодня мы видим, что консульство такую поддержку своим студентам оказывает. Я хочу отметить, что все это в том числе проходит в рамках большой программы поддержки всего федерального университета иностранным студентам. Мы практически еженедельно, сам университет предоставляет иностранцам пакеты тоже с продовольствием, которое позволяет им и пореже выходить из своих комнат, реже выходить с территории деревни Универсиады, как можно в большей степени концентрироваться на учебе и как можно меньше думать о каких-то бытовых проблемах, которые у них есть. Обе стороны отметили важность помощи студентам, находящимся на самоизоляции в это непростое время. Помимо этого, генконсул посоветовал турецким студентам остаться в Казани, пока ситуация в мире с коронавирусом не станет лучше. Также успешно сдать сессию, после чего турецкая сторона поможет студентам вернуться на свою родину. В свою очередь я хочу поблагодарить руководству КФУ, которое помогли нам в логистике и организации данного мероприятия. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.